Ну, а бабье лето, походу, продолжается. Такие офигительные осенние краски. Причем все желтеет достаточно медленно. И солнце светит. В принципе, ну, не холодно. Не холодно, даже тепло. Конечно, не 18, не 22 градуса, как на прошлой неделе. Но тоже довольно-таки комфортно. Я весь такой что-то снимаю на видео. Просто хорошая погода. Осень. Золотая, почему? Ну такая. В самом, ну, еще в первой половине, скажем так. Еще даже есть какие-то напоминания. Может, вот это было, ну и погода, ну почти летняя для такого времени года, уже октябрь. Не конец сентября, это уже начало октября. Поэтому надо ловить момент. Стараться насладиться хорошей погодой, пока она хорошая. Тем более, что да, в делах некоторый успех наметился. Как и все успехи, он, конечно, будет временный, но надо радоваться жизни, пока можно. О, редкий кадр. Ну, как редкий, для меня редкий. Студенты какие-то тусуются около факультета. Я когда по факультету хожу, их почти не вижу. Ну, я, во-первых, на факультет прихожу достаточно поздно. Ну и сейчас не целыми курсами, но второй курс, говорят, полностью отправили на карантин. Потому что кого-то там коронавирус нашли. Так что да, в некотором смысле редкий кадр. Для меня, по крайней мере. Значит, жизнь на факультете еще идет, еще не замерла до конца. Из-за всей этой изоляции, из-за коронавируса. Ну, жизнь, так сказать, студенческая. Научные это сотрудники, они более-менее, их-то я вижу постоянно. Ну и сам являюсь, и сюда приезжаю. Такие дела. Так, в прошлый раз я заходил, тут тоже все было исписано, никого не было, горел свет. Но я не снял видосик, вот я сейчас захожу и снимаю видосик. Чего туда не хочешь? Ну тут лекции были какие-то. Физика какая-то, да? Классическая механика, судя. Да, классическая механика. Судя по формулам. Ну да, говорят, второй курс отправили. Куда подальше. Ну, в смысле, на дистанционное обучение. А первый вот еще. У него лекции даже какие-то есть. Вот, когда-то я тоже... лет 15-20 назад в этих аудиториях, 20 лет назад, да, уже больше 20 лет назад слушал и классическую механику, и квантовую, и электродинамику, и чего только не слушал. А тут почему-то темно, выключено. Ну ладно. Голубые шторки, синенькие точнее. Да, это этот амфитеатр, в смысле парты, стоящие амфитеатром. Запах такой же деревянный. Да, и конечно, этот коридорчик. Портретная галерея. Здорово.